Привет, ребята! Вы на канале Анна Кри. Я расскажу вам историю о том, какие хитрые бывают девочки. Неважно, сколько им лет. В этот раз речь пойдет о моей младшей сестричке. Ее зовут Настя. Она хоть и маленькая, но уже очень хитренькая. О, смотрите, а вот и она. Вот этот летчик, который ведет самолет, это наш друг Максим. Так вот, о чем это я? А, вспомнила. Настя тот еще манипулятор. Вы сами убедитесь, когда досмотрите до конца. И поймете, какие чудесные на самом деле девочки. Нажимай на кнопочку. Мне эта картина что-то напоминает. Эй, стоп! У нас история с хэппи-эндом. Настя, дай Максиму руку. Теперь внимание, будет то, о чем я хотела рассказать. Настенька, а там дверь открывается. Да. Будешь кататься? Максим вызвался покатать Настю на автомобиле. Открывай дверь. Дверь открывай. Она просит чуть-чуть. Настя ласково попросила еще чуть-чуть покатать. Настя снова просит покатать. Вот это мама! Я помню, что ты сама.
Максим показывает, как он устал, но это Настю не смущает. Максим согласился еще немного покатать. Еще немного. И еще немного. И еще немного. Теперь Максим предлагает пойти поиграть на другой площадке. Но Настя остается верна себе. Такие вот хитрые девочки. Ну что, ребята, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте лайк и подпишитесь, если не подписаны. Напишите в комментариях, какие истории больше всего нравятся вам.